My fucking show. Так, всем привет, это новый влог. Сегодня, короче, буду гулять по гольф-полю. Я в Улувато. Вчера была прикольная тусовка. Сейчас покажу, как здесь вообще все выглядит. Вот. Как-то так. Гулять я буду с очаровательной девушкой. Всем привет. Так, еще куда пойдем? Мы сейчас пойдем в лобби. И потом мы пойдем гулять. Все вполне логично. Угу. Так, куда? Вы узнаете позже. Расскажи вообще о себе. Что тебе рассказать? Я жила себе спокойной жизнью. Потом в моем номере сначала оказалась кошка, а потом этот человек. Так вот как-то и получилось. Чем вообще занимаешься? Я сейчас занимаюсь тем, что я собираюсь пойти позавтракать, выпить кофе наконец-то. Вот чем я сейчас занимаюсь. Угу. Ну, вообще, есть у тебя какие-то увлечения? Девочки, наркотики, рок-н-ролл. Ну, ладно. Так, ну пошли, покушаем. Пошли. Так, ну, здесь такой вот коридорчик прикольный, кстати. Вот, ты что думаешь? Коридорчик вообще отпад, просто потрясающий. Я таких коридоров еще ни разу не видела. А у тебя было что-то когда-то в коридоре? В коридоре, наверное, нет. Ничего интересного, скажем так. А где было? А где только не было. А на пляже было? Пляжа не было. Мне кажется, это неудобно, потому что, ну, если пляж песчаный, то везде песок. Если с галькой, то неудобно. Ведет, получается, на крышу? Да. С прекрасным видом на гольфовое поле и океан. Эту картину нарисовала для тебя. Это не повесила здесь? Да, все любовались. Супер. Так, как обычно время проводишь? Здесь мы будем праздновать нашу свадьбу. Я уже расставила стульчики. Супер. А ты подготовила свадебный подарок? Да. Дорогой мой. Шикарный букет, такой же нежный и легкий, как ты. Я хочу посетить тебя. Давай я тебя поцелую. Пойдем, это наш сын. Так, вот здесь вот играет гольф. Так, ты когда-нибудь гольф играла? Да, играла, но не на площадке, а, короче, не на такой огромной площадке. Знаешь, есть такие специальные оборудованные для игры в гольф. Вот в таких играла. В таких на правду или желание? Нет. Я не настолько хорошо играю, чтобы играть на правду или желание. Подожди, на правду или желание вообще не играют. Это обычно игра отдельная, правда или желание. Так, а если бы проиграла желание, что бы сделал? Ну вот тебе бы сказали, давай вот сделай что-нибудь, ну, на свое усмотрение. Что бы я сделала? Что-нибудь классное, что мне нравится, что еще там. Дала бы тебе сиськи потрогать, конечно же. Ну, в общем, здесь вообще круто. Вот. Играет гольф, вид просто офигенный. Здесь это океан, да? Не море? Это океан, да. Это океан. Море на севере. Вот. А расскажи, что-нибудь самое трешовое, что ты сделала около океана. Боже, что ты в меня докопался? Я не часто бываю на океане, чтобы делать что-то трешовое. Чего, ну не утонула, чуть недавно не утонула. Все. Самое трешовое, что. Дорогие подписчики, приветствую вас на своем блоге, или как они там. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, пальчики вверх.
Курение вредно для здоровья. Берегите себя и своих близких. Слушай, а что означает твоя татуировка? Она означает, что я была отбитая в 14 лет. Думала, что я всегда буду неформалкой. Но что-то в жизни пошло не так. Поэтому как-то так. Слушай, а неформалка это как? Это когда цветные волосы, пирсинг, клетчатые рубашки, еще когда были модные. Хотя, собственно, ладно. Ну и все. Ты ходишь и такой, я не такой, как все. Я вот вообще, знаете, яркая, выражающаяся личность, а не серая масса. Это было примерно так. Как ты относишься к серой массе? Не очень. Это скучно. Серая масса для тебя что? Вдруг я сейчас кого-то оскорблю. Давай мы не будем мне ставить неловкое положение. Ну, ничем не приметные люди, которые... Типа хейтеры? Хейтеры? Не хейтеры, они, ну, типа, все равно. Они же яркие, они там иногда как гадости какие-нибудь напишут. Ух. Поэтому, ну, они пусть будут. Не знаю, такие люди... Ну, блин, я не... Не знаю, как это корректно сказать, поэтому я не буду ничего говорить. Так, ну и как твой денек проходит вообще? Прекрасно. Курван выгуливаем. Да? Все прекрасно, жизнь замечательна. С девочками пофоткались. Можно идти дальше. Отлично. Так, ты обычно делаешь заметочки, типа план на день. Сегодня что по плану? Сегодня по плану гулять, наслаждаться. А давай поймаем курицу на обед. Давай, ты поймаешь? Там дяденька смотрит. Можно вон их там сколько. Ой, там дети куриные. Дети куриные? Дети куриные. Секс будет? У меня да, у тебя не знаю. Ой, по полюшку по родному гуляем. А? Хорошо тут, конечно. Потрясающе. Сгораем, купаемся. 2023. Это вертолет? Это машина. Так, ладно. Наверное, это... Все, пойдем, уходим. Так, подожди, а ты говоришь, что ты сюда первый раз не могла попасть? Я не пыталась. Ну, мне просто сказали, что типа отсюда выгоняют. Я им поверила. Видимо, потому что я с тобой, поэтому меня не выгоняют. Они такие, а, наверное, блогер, она сейчас пропиарит. И все. Да? Ну да. Все это номер уже забрались. Сюда забрались. Что дальше? Можно снимать, короче, порнографически. Почему порнографически? Эй, завяжу. Я у папарацци, плиз. Так, короче, мы решили искупаться. Вот. Мы идем. Мы идем, но я буду купаться в шортах, потому что я без трусиков. Может быть, тебе надо без шортиков искупаться? Я люблю купаться голой. Я когда жила на вилле, это прям было идеально загорать, купаться голой. Но, увы, не сейчас. Это вам не OnlyFans. Кстати, у тебя есть аккаунт на OnlyFans? У меня нет аккаунта на OnlyFans, но если у вас есть предложение по сотрудничеству, и вы готовы платить мне миллионы за то, чтобы увидеть, что там. Нет, подожди, но у тебя же есть еще что-то. Фэнди там или что? Фэнди, там есть Фэнди, Гуччи, Прада, Луи. Нет, что там у тебя? Я не помню, как он называется. Короче, есть какой-то сайт, если интересно, пишите мне, а я уже вам скину подписку.
была пару дней назад, была ровная поверхность, сейчас появилась река. Как думаешь, с чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что с чем-то связано. С какими-то, наверное, природными явлениями. Потекло что-то? Ну, явно потекло. И очень даже активно. Так что пойдем исследуем эту протечку. Чувак говорит, у меня шлепки за 40 гривен. Так, наш смелый аквамен отправляется покорять берега. Там огромные волны, написано, что нельзя купаться, но его это не останавливает. И надо. Боже мой, о май гад, вау! Повелитель морей, океанов и укротитель волн. Сегодня с вами, только сегодня. Не переключайтесь. Надеюсь, он не уходит, иначе это будет последний блок. Мне ручкой. Сюда один человек в огромном океане. Вот так вот. Сюда он уже далеко заплыл. Девочки. Так, а где он? Все, он уплывает от меня, я его уже заебала. Самец просто ауф, о боже мой, он сделал это, аплодисментим. Сейчас мы возьмем его интервью. А да сына не бей! Ну что, как вам? Мокренько? Горько. Горько? Горько! Горько!